Людмила Плюс предлагает большой ассортимент настенной и напольной плитки российского и зарубежного производства. Большинство видов в наличии на складе. Здесь же можно приобрести строительные материалы, ламинат и линолеум. Покупатели удивит и разнообразие дополнительных декоративных элементов. Бордюры и вставки стоимостью от 5 рублей помогут придать уникальный вид настенному и напольному покрытию и подчеркнут изысканный вкус хозяина. Представленный товар подходит как для ремонта в доме или квартире, так и для создания экономичного интерьера в санаториях и гостиницах. В преддверии летнего сезона торговый дом «Людмила Плюс» расширяет свой ассортимент сантехники, керамической плитки, также для мини-гостиниц и санаториев. Керамическая плитка по 189 рублей также есть в наличии. Расширился выбор обоев от 150 рублей, которые будет со следующего понедельника у нас в магазине. Новинка для покупателей магазина – возможность заказать фотопанно на основе виниловых обоев горячего тиснения на флизелиновой основе. Рельефная структура делает картинку объемной с эффектом 3D. Вариантов изображения множество. Есть возможность сделать панно со своей фотографией или с другим уникальным принтом. Также в торговом доме «Людмила Плюс» богатый ассортимент сантехники, душевых кабинок и ванн. Доставка и установка бесплатно. Для удобства покупателей этот товар представлен в отдельном зале. «Людмила Плюс» ждет своих клиентов ежедневно с 8 утра до 8 вечера по адресу улица Донская, 3/3. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.